Представители разных конфессий и народов собрались за одним столом. В Иванове состоялся форум национально-культурных объединений области. Тема, которую решили обсудить собравшиеся – роль молодежи в организации этноконфессиональных отношений. Молодежь – это та часть нашего общества, межнациональная и межрелигиозная рознь, среди которой особо губительна для нашей страны и ее национальной безопасности. В то же время инициативы, рождающиеся именно в молодежной аудитории – и для нее наиболее ценной с точки зрения будущей нашей государственности. Ивановская область – регион многонациональный. Здесь соседствуют представители разных народов и вероисповеданий со своими традициями и обычаями. Только пропагандируя доброжелательные отношения между людьми, можно противостоять терроризму и экстремизму, считают собравшиеся. Террористическая угроза стала самым серьезным вызовом человечеству за последние годы. Эта чума захватывает умы множества людей, приносит нестабильность, кровь, горе и слезы в целые регионы планеты. Причины терроризма лежат не только и не столько в социально-экономической или этнической плоскости. Они носят прежде всего духовный характер. Молодежь на этот форум пригласили не случайно. Факты вербовки в террористические организации имели место даже среди студентов ивановских вузов. Задача форума – рассказать молодым людям, что ни одна религия не призывает к массовым убийствам. Речь можно вести не о религиозном терроризме, а о злодействах под религиозными лозунгами. Это совершенно разные явления. Вербовщики подобных преступных сообществ пользуются невежеством своих слушателей, особенно принадлежащих к молодому поколению, только входящему в жизнь. Участники форума не только донесли до аудитории свои мысли, как сделать так, чтобы разные люди жили мирно, но и постарались от молодежи услышать ответ, что же толкает ее к радикализму и экстремизму. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.